Голландский RoboBank совместно с компанией IBM из США разработал новый подход в работе с клиентами. Идея объединиться возникла благодаря новому регламенту Евросоюза о защите данных, который вступит в силу в мае этого года. Регламент Евросоюза требует от компаний хранить персональные данные в обезличенном и зашифрованном виде и обеспечивать должный уровень их защиты. Компании-партнеры IBM и RoboBank применили криптографические псевдонимы во всех платежных приложениях и в других функциональных областях. Этот шаг поможет перейти к тестированию мобильных приложений и платежных решений.